Пятиметровая зеленая красавица скоро украсит химкинскую школу «Лидер». В преддверии одного из самых долгожданных праздников образовательному учреждению сделали приятный подарок. Счастливы все – дети и взрослые. Ведь елочка – главный символ волшебства. Ранее жители нашего жилищного комплекса Солнечной системы обратились к нам, к депутатскому корпусу, к управляющей компании жилищной инициативы, к директору Юлии Сергеевне, депутатскому корпусу, администрация по просьбе жителей подарить красавицу зеленую, еле искусственную. И вот мы все вместе сегодня дарим вам, Юлия Сергеевна, такой, в общем, чудесный подарок. У праздничного дерева одна главная задача – создавать новогоднее настроение, считает муниципальный депутат Юлия Мамай. Скоро его украсят, нарядят в разноцветные лампочки и шары. Красота, сияние и восторг озарят все вокруг. Директор школы «Лидер» Юлия Болотова поблагодарила за подарок. Сегодня наши депутаты торжественной обстановке передали нам замечательную елку. Ее мы установим на главной площади нашей школы. И 24 декабря будет проведен шикарный праздник для наших детей и жителей нашего района. Хочу выразить огромную благодарность администрации городского округа Химки и нашим замечательным депутатам. Появление елочки – событие настолько радостное, что разделить его поспешили родители школьников. Теперь мы можем организовать в ЖК огромный музыкальный спектакль для всего района, чтобы все дети могли собраться в одном месте, общаться, знакомиться, дружить. И весело встретить Новый год. Новый год – самое волшебное время. Вокруг яркое убранство и, конечно же, зеленые красавицы. Теперь новая елочка в школе «Лидер» будет радовать детвору и дарить атмосферу главного праздника в году. Елена Тараненко, Руслан Сафин, новости Химки ТВ.